Кировские инвалиды вернулись из Норвегии. Там они 2 недели были в международном лагере, девиз которого «Сделать невозможное возможным». Лагерь представлял собой курорт для людей с ограниченными возможностями. В течение дня ребята участвовали в различных развлекательных и спортивных мероприятиях. Играли в футбол, путешествовали на лодках, участвовали в авторалли и сафари на бобров. По словам организаторов, это делалось для того, чтобы особая молодежь научилась преодолевать свои физические ограничения. В этом году такой лагерь был организован в 20-й раз и собрал 20 участников из разных стран. Из России приехали 16 человек, среди них и 2 кировчанина. По словам ребят, для них это первый международный опыт общения. Полученные навыки они планируют применить и в нашем городе. На самом деле все очень просто. Элементарно ровный асфальт, отсутствие порогов, чуть пошире двери, чуть пошире проходы и все. То есть на самом деле таких капитальных-то затрат не нужно. Нужно просто понимать, что тем или иным объектом будут пользоваться еще люди с нарушением опорно-двигательного аппарата.